В Санкт-Петербурге в атриуме здания завода асбестовых технических изделий прошел концерт православного автора-исполнителя Ольги Брачиной. Певица представила великопостную сольную программу «Весна души». На мероприятии побывала наш корреспондент Анна Коваль. Великопостный концерт будет представлена программа «Весна души», поскольку пост – это время духовного обновления. Его и называют «Весной души». Это концерт-беседа. Состоится очень насыщенный разговор о разных аспектах поста, о его сути, о цели, к чему мы идем, постясь. И в этот разговор вплетены песни соответствующего содержания, которые раскрывают то, о чем мы со слушателями беседуем, размышляем, делимся. Четыре раза в год Ольга Брачина проводит сольные концерты в Петербурге. На этот раз выступление носило формат концерта-беседы, во время которой были затронуты темы Великого Поста и Духовной Весны. Между общением звучала музыка. Ольга исполнила песни на стихи русских поэтов и богословов. Творчество Ольги Брачиной находит отклик в сердцах людей разных поколений. Среди слушателей немало представителей старшего поколения, но есть и молодежь. Ну, Оля – это такой православный проповедник, только не в храме, а среди молодежи и взрослого поколения. А Ольга затрагивает православную тематику, и тоже вот как раз-таки это для меня и ценно. Мне сейчас очень нравятся песни на псалмы. То есть вот Ольга перекладывает музыку на псалмы. Я люблю ее песни и почти каждый раз стараюсь прийти на ее концерт. Автор-исполнитель Ольга Брачина – лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель гран-при 6-го Александра Невского фестиваля авторской песни. Следующее ее выступление пройдет 14 апреля в Москве в культурном центре «Дома на Патриарших».